понятию Духа Святого. То есть изначально могу сказать, что Дух Святой – это, в принципе, дух растительного сознания. Это растительное сознание. Мы недооцениваем растения, которые вокруг нас. Мы как бы животный вид, у которого есть сознание, и растения – что такое растения? Как бы их ни существует. Их не существует для нас в как бы как альтернатива живых существ только из-за того, что наша современная материальная культура после Ренессанса, который там 400-500 лет назад произошел, то есть материализация всего и затирание всего, что духовного, там новыми понятиями, то есть духа не существует. Наше сознание, оно какие-то химические процессы, которые бегают в нашем теле. То есть виртуального сознания для современной науки не существует, хотя оно и как бы моделируется в компьютерах, но никак не могут соотнести его с реальным человеческим сознанием. То есть если создали телефон и мы звоним кому-то на какое-то расстояние, то как бы абсолютно никаких ассоциативных явлений не возникает в нашем сознании, что мы, как мыслительный наш аппарат, тоже может связываться с кем-то. И мы там, когда кому-то идем в гости, открываем дверь, и нам говорят, тысячу лет жить будешь или сто лет жить будешь. Только что о тебе вспоминали. Ну так естественно. Мы же звук, когда идем, внимание обращаем на этих своих товарищей, людей, к которым идем, и они звоним им фактически своим вниманием. И они ловят наши мысли, наши образы. И поэтому не понимаем, что происходит, почему нам в жизни мы там 10, 20, 30, 100 раз, нам каждый раз говорят, 100 лет жить будешь. Вот вся проблема в том, что составляющую сознание загнали в подполье. То есть для современной науки не существует сознания и духа. То есть ее оставили религии, и религия как бы существует. И она существует, ее никуда не выгнали, она существует. В нашем мире российском как бы 70 лет правления атеизма, мы уже не понимаем, что другие люди живут тысячелетиями, столетиями, и их культура не ломалась так, как наша. И их родовое это все продолжалось, они живут в совершенно другом мире. Иностранцы приезжают и смотрят, это народ, которому обрубили корни, и он как бы новый народ, он как бы только начал жить. То есть у него забрали историю, у него забрали его идеи какие-то, дали ему новое и пробовали. Это какой-то кошмарный эксперимент. И когда, если выезжаешь туда и начинаешь как определенное время жить среди других людей в одном, другом, третьем, десятом месте, понимаешь, что люди-то живут тысячелетними традициями своих предков. Несколько сот лет хотя бы, да? То есть они живут, у них ничего не ломалось. Они живут, вот так вот у них все происходит. А у нас рубанули, и у нас сейчас в головах у многих кошмар. От обрубленной ни семьи, ничего. Семья заключается только вот в этом самом. Остальное все пошло. А люди живут с семьями, особенно на Востоке. И живут лучше, потому что в семье, когда живешь большой, все друг другу помогают, в общий котел все сносится, и благосостояние гораздо выше, потому что жизнь рациональная и нормальная. Вот. На этом кончу. До следующего видеосюжета. Всего хорошего вам.